Зайчики, проходите. Блиночек, прими там. Чебурашку. Это Тобик. Он знакомый, да? Тобик. Если ты Тобик, получай Глобик. Если ты Тузик, получай Кузик. Если ты Шарик, то ты лошарик. Это Тобик. Язык убирай, чтобы язык, не дай бог тебе, не это. Но такого еще не было, слава богу, но все вполне возможно. Не дай бог. Да, ты все борешься со мной. Давай, Владушки. Владушки, давай. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Господи, барону все держишь. По своему усу страдает. А я. Давайте номер телефона. 915. Как вас зовут? 1285. Давайте еще раз. 913-204-1285. Зовут вас? Ну, нет, вот по этому телефону кто будет отвечать? Сергей. А собачку вашу Сергей когда? Ася. Все, тогда ждем вас в 11:14 декабря. Да. Да, все сделано. Приезжайте. Да, да, все. Так, все, хватит. Давай, давай, мой хороший. Где у тебя тут глазки? Смотри. Тебе хоть поинтереснее будет по сторонам рот разевать. Где у нас? Где у нас? Где спрятался? А где мама? А где мама? А где уши? Ни ушей, ни носа, ни мамы. Да. И так не видно глазок. Никак не видно. Привет. Привет. Красавица. Тебе так мир видно? Как же мне и так видно? Это где это ты оказался? Все, 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 все. Ничего страшного у тебя здесь. Ты будешь фоткать? Ой, ты какой смелый, независимый пёс. Молодец, молодец, умничка. Хороший мальчик. Аккуратно только, аккуратно. А что там вот такой грязный? Да, вот пропустите, прошу, пошли. Сдевайте. Да. Иди сюда. Иди, я тебя раздену. Иди. Вы Дарья, да? Да, 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 да. 909-953-5262. Да, все. Побудь с ним, побудь с ним. Я говорю, мам, я не уверена, что это что разрешат вообще. Ему это не нужно, поверьте. Просто они, да, начинают лезть, очень неудобно стричь. Давай. Собачек с хозяйцами. Давай, отходи. Алло, собачка готова, подходите. Ты лапки-то какие грязные теперь. Уже я корчушка там на улице. Скажу, вот мы точно грязно. Так же вам позвоним, что она готова, и вы придете. Без проблем, а куда можно его костюм положить? Давайте. Юль. Ставьте его сюда. Скажите, пожалуйста. Там плюс 100 рублей будет за грязно-мокрые лапочки. Хорошо, такой вопрос. У него ухо, лев. А вы поставьте его, иди мы сюда. Сейчас все посмотрим. Иди сюда. Ты куда? Иди сюда, Уля. Ну что, пошла, сейчас пришел. Вот там вот сколько. Я вижу, сколько нас. О, вон у нас это. Я могу быстро объяснить, ему поставить. Ну, давайте, рассказывай. Когда... Вот это вот все жидкое, оно и дает такую реакцию. Ну, как правило. А то, что он ест вкусняшки, может быть, от этого? Обязательно. Там и куриный жир везде, и соль. Там ничего нету. Все, я поняла. Это очень не полезно. Я поняла. Так его только стричь на ваше усмотрение. Нам без разницы. Вам вот это все ему. Хорошо, Я даже не знаю. Наверное, да.
Вымыться пойдете, да? Какая челка. Ой. Какой красивый собак. Парень. Девочки. Ну-ка, покрасуйся. Ой, ты кто такой сладкий? Ты такой сладкий? Так, значит, сюда круглая головешка. Да, кисточки обычные. Рано. Это ты рано собрался.